Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь Елдашев. И сегодня мы представляем вашему вниманию видеорепортажи, серии репортажей с производственной площадки, основной производственной площадки ЛГ Автоматика. Мы уже посещали это предприятие в Москве, но на самом деле это было начало, так сказать, апостасия к тому, что мы приедем сюда, в основное производство в городе Верея Московской области, где Михаил Олегович Зелонов, генеральный директор предприятия ЛГ Автоматика, организовал более 15 тысяч квадратных метров производственных площадей. Но более подробно о металлообработке, механообработке, конечно, принципах качества нам сегодня расскажет Михаил Олегович в нашем репортаже. Здравствуйте, Михаил Олегович. Спасибо, прежде всего, за приглашение, за то, что вы нам доверяете. Конечно, показывайте свое предприятие для наших читателей, ваших клиентов. Несколько слов о вашем производстве. Ну, во-первых, день добрый, я рад, что вы воспользовались нашим приглашением. Мы неоднократно встречались на выставках, неоднократно вы бывали у нас. И, конечно, я рад встречать вас уже на нашей другой производственной площадке, подмосковной производственной площадке, которая в основном специализируется на механообработке. Данная производственная площадка состоит из трех, грубо говоря, площадок. То, в которой мы находимся, это основная. Она, в общем, предполагает основной объем именно механообработки, в том числе это крупногабаритные детали. Мы потом, пройдя по цехам, увидим более крупные детали, то есть максимальный размер деталей, которыми мы работаем, где-то до 1,5 тонн. И на сегодняшний день практически 80%, можно сказать, уже под 90% механообработки мы делаем самостоятельно. То есть у нас практически нету сейчас внешних поставщиков. При этом есть и маленькие микродетали, есть, конечно, и крупногабаритные. В общей сложности парк станков составляет порядка 300 станков. Из них где-то около 40 с копейками, да, это станков именно ЧПУ. Сейчас мы находимся на участке станков с ЧПУ обрабатывающих центров. Всего обрабатывающих центров 9 обрабатывающих центров. Это 3-4 координатные обрабатывающие центры, предназначенные для обработки деталей среднего уровня, да, то есть среднего габарита, так назовем, да. То есть это где-то детали до 100 килограмм. Значит, на сегодняшний день объем таких деталей у нас составляет, практически мы заполнили наше производство. И, в общем-то, эту позицию мы планируем дальше развивать. Сейчас на соседней производственной площадке мы делаем новый корпус, где предполагаем разместить дополнительный объем и обрабатывающих центров и увеличить несколько габаритов. Как пример можно показать детали, вот корпусные детали, это маленькие клапана ДУ-25, можно увидеть их количество. Вот на данных станках, например, обрабатываются данный вариант деталей. Михаил Ильич, если сегодня говорить о поточности производства, я так понимаю, вы уже достигли серии определенной. А какова сегодня серийность производства и сколько смен сегодня организовано в вашем предприятии? Ну, на данном участке мы работаем двухсменным производством. На самом деле была попытка трехсменного, просто не очень эффективно, поэтому мы остановились пока на двухсменном производстве. Единственный вопрос по серийности, он носит достаточно сложный характер, потому что каждый производственник пытается серию увеличить, но каждый заказчик пытается делать под заказ. Поэтому это всегда компромисс. Компромисс между серийностью готового изделия, которое, можно сказать, никогда не бывает серийным, и серийностью отдельных деталей. То есть, например, корпусные детали, там, обоймы, штака, еще какие-то детали, детали там, приводов. То есть здесь серийность удается достигнуть, то есть мы пытаемся достигнуть серийности. И на сегодняшний день, если говорить по производственной как бы площадке, то приблизительный выпуск, ну, например, корпусных деталей, это где-то около 500-600 корпусных деталей в месяц. Вот, причем это, конечно, не только маленькие детали, но и детали размером где-то под метр габарит. ДН-300, я так понимаю. Ну да, 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 300-ки и более. Вот поэтому, в принципе, на сегодняшний день говорить о серии вот отдельных позиций достаточно сложно. Мы считаем для себя серии 30-100 штук. Хотелось бы больше, но, тем не менее, не получается из-за особенностей производства. Как правило, редкий вариант, когда заказчик заказывает все одинаковое. Он, как правило, заказывает все разное, все это делается под заказ, что регуляторы давления, что клапаны, поэтому вопрос серии, он является таким
ну, как это сказать, болезненным для производства. Михаил Евгеньевич, ну, не могу не задать вопрос про серию унификацию. Вы прекрасно знаете, что такое унификация, это когда одно и то же изделие может в нескольких быть, скажем так, заготовительных операциях. Ну, как у вас постоит вопрос с унификацией? Вы вообще продвигаете эту тему? Как раз вот я и пытался перед этим и сказать о том, что мы как раз стараемся серийность, то есть унификацию поднять, вот, и таким образом собирать клапан все-таки ближе к конструктору. Не всегда это удается, не всегда это вообще возможно в принципе, но тем не менее определенные детали, конечно, есть, да, несомненно. У конструкторов есть стандартный список деталей, выход за которые уже только с разрешения уже руководителя, то есть если он не хватает ему, он уже выходит, делает новую деталь только под конкретное разрешение руководства. Но тем не менее все равно растем по количеству этих разовых или специальных деталей, то есть неизбежно эта ситуация увеличивается. Я поясню свой вопрос. На самом деле, уважаемые друзья, клапан клапану рознь, всегда очень ценится ремонтопригодность и, конечно, сроки поставок ZIP. А если у вас унифицированная деталь, то гораздо быстрее и проще будет ее достать, нежели это будет специализированный заказ. Я так понимаю, что на этом предприятии есть и в том направлении в унификации, и направлении разовые детали. А один из последних вопросов, Михаил Ильич, как у вас обстоит дело с ремонтопригодностью и ZIP, с поставками ремонтных запчастей? У нас отдельный склад для ZIP, и им владеет АТК. Оно не делится со сборкой и существует абсолютно самостоятельно. Есть как бы такое правило, которое мы ввели на фирме. То есть ZIP должен быть обеспечен в течение 3 дней, независимо от ситуации. Поэтому мы стараемся это выполнить. Причем я говорю и о сложных деталях, например, корпус или там дроссельный узел. Если же это говорить по унифицированным деталям, то он есть всегда. То есть это ситуация как бы отче наш. Поэтому мы и вынуждены были разделить склад, чтобы всегда АТК, то есть сервисные инженеры, имели эту возможность. Я еще хотел, наверное, добавить как раз момент, что со времен Советского Союза мы очень сильно изменились с точки зрения производства, потому что производственная позиция Советского Союза как раз предполагала огромную серию. И основная проблема наших предприятий, которые переходили вот в режим, ну, можно так сказать, рыночной экономики, заключалась в том, что эта серия исчезла. Пришлось работать разово, с одиночными заказчиками, одиночными позициями. В этом отношении мы как раз именно находимся на той же позиции, что и западные производители, которые говорят, что если он заказывает одну штуку, значит, он заказывает одну штуку. И, в общем-то, он такой же заказчик, как и тот, кто заказал 100 штук. Поэтому мы в этом отношении придерживаемся именно этой позиции. Именно подход к клиенту. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, ну, на самом деле предстоит очень большая часть видеорепортажа прогулки по основному производству. А почему основному? Потому что на самом деле здесь более 15 тысяч квадратов, как я говорил в самом начале. Это большая территория, и здесь есть на что посмотреть. Михаил Игоревич, предлагаю перейти дальше и показать ваш завод. Удачи, друзья!